хуя, у меня хуя, у меня хуя, у меня хуя. Ты похож на маленького шакальчика сейчас. На шакальчика. Дениска. Юля. С фильма «Маугли». Я что мог? Целый год за инсультом ходить за женщиной, извини, менять. Женские тряпки стирать, это страшно, что я перенес. Ну ты знаешь, это надо перенес. Когда мама померла в 2000 году, я уехал в Киев за документами. Отсюда, пожалуйста, я знал болит. Отсюда. А вот это... Отец носил мать. Я б не вытерпел на мать носить. Но Валентину носил на себе. Нет. Он нас здесь носил. Не просто носил Валентину. Ой-ой-ой, носил как. Денис носил бабушку свою. Как быть? Денис носил свою бабушку. Как быть так здесь? Это автоматически было, Дениска. Быть, как быть. Сейчас я понял. Напомянули мою жену, ладно. Сегодня у Наташки день рождения, видишь, 24 октября. У Наташки вашей. И Валентина поняла. Не знаю, что ей подарить, но уж. Самый лучший подарок. Генка позвонил сегодня, Генка? Мой тезка. Звонил, Генка звонил. Вот он пусть перечисляет деньги ей на телефон. А уже снимите с телефона. Все, самое умное. Пусть хоть 10 тысяч пусть пришлет. На телефон. Мне его деньги не надо. Ладно, спать спима. Нам надо только как-то... А я не знаю, спи, пожалуйста. Хоть там, входи из года, хоть пиздеть. Спи спокойно. Слушай, батька у Дениса был здоровый, высокий, Гулливер. Нет. А у кого уж он такой шакальчик появился, маленький? Маленький шакальчик. Кого? Потому что у Валерия был маленький. Маленький был батька? Да. Да. А ты? Да. Он был у Валерия маленький. Мария Михайловна Грудкова. А родила его? Медведева. Я не могу себе здесь. Я родила его Медведева, все нахуй. Медведева это что было? Кто была Медведева? Я. Она была Медведева. А у тебя родственник был с санэпидстанции Медведев? Борис Константинович? Нет. Ну это матери моей был начальник. Она все говорила. Медведева Борис Константинович. Мать санэпидстанции проработала 40 лет моя. Она рассказывала. Дед Мишка. Строгая была женщина, тоже год быка тигра, как вот Юля. Мой дед помер. Она говорила, ну-ка встань, в школу как собирался. Ну-ка встань, ты у меня чистый, только пойдешь. Берет губку мокрую, костюм мой, чтоб ни одной пылинки. А теперь пошел на мороз. Вот так я жил в детстве. Ну, у меня в детстве жизни я так. Ну, мать строгая у меня была. Ой-ой-ой. Нина Ивановна. А у меня мамка не строгая была. Нина Ивановна. Ой, строгая. Санэпидстанция.